Ребята, всем привет! Сегодня записываю видео. Значит, оно будет касаться YouTube. Значит, многих сейчас волнует вопрос, наверное, как перейти с нового интерфейса своего видеоканала на старый интерфейс. Допустим, новый интерфейс мне не очень нравится, очень он какой-то непонятный, все поперемещалось. Значит, панель, мой канал находится не в левой стороне, а в правой почему-то. И, ну, в общем, как-то мне не сильно нравится этот новый дизайн. Значит, как быстро перейти? Давайте вернемся к этому. Значит, у вас есть на вашем видеоканале логотип, который находится в правой части экрана. Нажимаете на логотип, на этот. Вот мой канал Обзорочка ТВ. И, значит, в этой менюшке в самом низу находится вот такой вот подпункт. Называется «Вернуться к классическому дизайну». Нажимаем. И здесь теперь нам нужно указать причину, чему возвращаемся на старый дизайн. Вы указываете любую причину. Я, допустим, указываю в новом интерфейсе, сложно ориентироваться. Тут нужно комментарий оставить, но мне неохота писать. Нажимаю кнопку «Отправить». Все, теперь смотрим. Сейчас дизайн изменится. Раз, и все. Теперь мы в классическом интерфейсе. Вот здесь теперь кнопочка «Мой канал». Вот, нажимаю, там смотрю видео и так далее. Значит, если, допустим, вас старый дизайн интерфейс не устраивает, вы уже немножко привыкли к новому, вот набираете в адресной строке вот такой вот youtube.com/new. Вот сейчас посмотрим, как это будет происходить. Вставляем в строке, нажимаем клавишу Enter, вы переходите опять же на новый дизайн. Я сейчас переходить не буду, я просто сейчас продемонстрирую быстренько. Сейчас страница подгрузится, что-то она долго загружается. Сейчас буквально 5-10 секунд, и страница откроется. Ждем, ждем, ждем. Вот, появилась страница, нажимаете кнопку «Попробовать» и переходите, в общем, в новый дизайн. Вот такой вот коротенький видос. Если кому-то помог, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой видеоканал. Буду рад новым подписчикам. Всем пока!